Глаза горят, к игре готовы. На футбольном поле ребята из трех коррекционных школ Одинцовского округа. От каждой по две команды. О результатах спортсмены не думают. Говорят, главное – участие. Я люблю футбол. Не люблю людей, которые проявляют агрессию. И футбол – это игра, где надо бороться за победу. Самое главное не победа, а участие в каком-либо турнире. Турниры по мини-футболу среди особенных детей, приуроченные к Всемирному дню инвалида, проходят уже в четвертый раз. Такие спортивные встречи – хорошая традиция, считают гости праздника. Сегодня день добра, поэтому я хочу еще раз сказать огромное спасибо, кто сопричастен в организации таких. И мне хочется, чтобы их было больше. И абсолютно разноплановых соревнований, чтобы дети и общались, дружили. И еще многое-многое у них впереди. И ребята всегда рады, когда они приходят на эти соревнования. И они переживают. Они всегда хотят, чтобы победила дружба, потому что для них сегодня праздник. Передачи, голы, спортивная сноровка – все как в настоящем футболе. На поле нет ограничений. Всех объединяет спортивный азарт и стремление к победе. К состязаниям ребята готовятся заранее и ждут их с нетерпением. Ребята очень любят играть, состязаться, поэтому очень рады. Хоть эта пандемия нас немножко задавила, но мы рады, что получили сегодня эти соревнования. Они готовы бороться здесь, побеждать. Вот, и очень были довольны о том, что нам дали такую возможность. Для особенных детей занятия спортом – это не только здоровье. Это преодоление психологических барьеров, возможность общаться, раскрывать свой внутренний мир, становиться увереннее в себе. Чем больше мы дадим человеку физической нагрузки, тем легче ему будет и учиться, и воспринимать все остальное. Поэтому всем известно с давних времен движение – жизнь, а в нашем случае еще и социализация. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».